Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Şıbak TV-nin efirində təkbətəkin xüsusi buraxılışları davam edir. Bugün xüsusi qonağımız var. Bugün Rusiyadan politolog, artıq bizim cəmiyyətimizdə də kifayət qədər yaxşı tanış olan Maksim Şevçenko bizim həmsöhbətimiz olacaq. Moskvadan bizə qoşulur və onunla söhbət edəcəyik. Здравствуйте, Максим Леонардович. Здравствуйте. Добро пожаловать в эфир Баку ТВ и спасибо, что согласились с нами побеседовать. Вот сегодня уже больше чем месяц длится эта война, как вы уже сами тоже в своих интервью, в своих высказываниях называете это именно войной в Нагорном Карабахе. И все чаще говорят о том, что фактически итог уже понятен. То есть итог — это победа азербайджанской стороны. Настолько вы согласны с этим? И по-вашему, что вообще означает для международного мира победа азербайджанской стороны в этой войне? Знаете, Карабахский конфликт долгое время держался разного рода державами внешними на таком уровне неразрешения его, именно для того, чтобы контролировать общую обстановку в регионе. Давить на Баку, давить на Ереван, давить на Москву в чем-то, давить на Стамбул, на Анкару, извините. Давить на Тегеран. И, в общем, он был, как говорится, способом сознательного неразрешения этого конфликта в интересах государства Азербайджан, да и, на мой взгляд, в интересах армянского народа, которому нужен мир, а не эта бесконечная кровопролитная война за какие-то непонятные мифологические цели, понимаете? И что сейчас вдруг этот узел просто разрублен, как Александр Македонский когда-то разрубил Гордиев узел, который никто не мог развязать. Да. Так сегодня азербайджанский народ и азербайджанская армия взяла и разрубила этот узел. Это привело просто в панику многих мировых игроков, которые готовы были еще десятилетиями сидеть и торговаться с президентом Алиевым, может быть, с теми, кто заменил бы президента Алиева, заменит когда-то на посту, да? Выясняется, что нет, Карабахский узел разрублен. Сейчас, после того, как азербайджанская армия взяла под контроль равнинный Карабах, и фактически Нагорный Карабах в преддверии зимы остается связанным с Арменией только узенькой ниточкой Лачинского коридора, который простреливается азербайджанской армией, по крайней мере, после Губадлы азербайджанская армия находится на расстоянии артиллерийского выстрела от Лачина. Совершенно очевидно, что война проиграна армянской стороной, война на поле боя. Этой войны можно было избежать. Об этом неоднократно говорил Баку, неоднократно предлагались варианты решения. 5 районов, потом 2 района, статус Нагорного Карабаха. Они выбрали другой путь. Осталось выяснить, кто они. И выбрали другой путь армянский народ. На мой взгляд, его никто и не спрашивал даже. Другой путь за армянский народ, за тех женщин, детей, за тех жителей, которые живут в Армении, живут в Карабахе, выбрали разного рода люди, которых иначе как назвать военными преступниками я и не могу даже, которые разыгрывали судьбу армянского народа и продолжают разыгрывать в своих интересах. Ну, например, вот сейчас многие полагают, что поражение Армении в войне, а это поражение, это очевидно, Армения потеряла пояс безопасности, так называемый, и больше не может шантажировать Баку и Россию и другие страны так называемым поясом безопасности. Он просто стал территорией, над которой Азербайджан восстановил свой суверенитет. С поясом безопасности потеряны гораздо более важные сокровища. Допустим, это никому не секрет, что в Зангелане есть золотые месторождения в Зангеланском районе, были в советское время. Достаточно серьезные запасы, которые нелегально, очевидно, разного рода спекулянты армянские поставляли на мировой рынок. Потому что они же не могли это золото маркировать, как добытое на оккупированной территории Азербайджана. Теперь они потеряли эту возможность. Огромные запасы воды, которые для там водохранилища, не помню, как оно называется, вот на границе с Ираном. Худаферин. Да. Которая, может быть, даже и дороже золота в этом районе, да, где такая жара и где вода является источником. То есть Азербайджан, помимо просто территории, освободил еще и будет теперь, очевидно, осваивать, и, как мы видим по Азербайджану, осваивать на современном уровне богатейшие ресурсы равнинного Карабаха.
В связи с этим возникает вопрос, поражение приведет к отставке Пашиняна? Я, например, считаю, что не приведет. Я, например, считаю, что Пашинян поражение приведет к тому, что те, кто стоит за спиной Пашиняна, разорвут связи Еревана с Россией, вплоть до выхода Армении из АДКБ. И начнут, как говорится, процедуру вступления Армении, допустим, в НАТО. Кстати, понятно, что в НАТО Армения не вступит. Кстати, извините, Максим Леонидович. Потому что в НАТО есть Турция. Да, да. Здесь такой момент как раз возникает, следующий вопрос. Дело в том, что у многих в начале войны, вооруженных действий, была такая уверенность, что такая позиция России умеренная, то есть неоткрытая поддержка Армении, именно заключается в том, что диктуется тем, что в Армении в данный момент власти прозападные. Но думалось, что в какой-то момент именно Российская Федерация рассчитывает на то, что в результате определенных поражений эта власть изменится, сменится, свергнется, и после этого, скорее всего, Россия уже активно будет поддерживать своего партнера по ОДКБ. Но пока что, как вы тоже заметили, вы даже не ожидаете этой смены власти. Но наоборот, я ожидаю укрепления власти Пашиняна. Даже ожидаете укрепления власти. Тогда можно потому ли... что более того, потом... да. Да. Давайте, можно извините. Ли сказать, что в этом смысле, если в России есть какие-то круги, которые в данный момент пытаются или реально помогают Армении, это все-таки не совсем российская высшая власть? Или как это понять тогда? Армянство больше, чем Армения. Само государство Армения – это небольшая страна с населением около 2 миллионов человек, даже меньше. Даже в России проживает армян больше, чем в Армении. Не говоря уж про то, что армян гораздо больше проживает на территории Турции, в Сирии, в Ливане, во Франции, в Соединенных Штатах Америки, там и так далее, в Аргентине, например, где огромная армянская диаспора. Мы знаем, что существуют очень серьезные конфликты между Эчмиадзином и Киликийским патриархатом. Я наблюдал своими глазами эти драки. Я был как-то на Пасху в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, когда там есть такой момент в субботу, когда занимают места там, каждый имеет свой предел, в том числе есть предел, который отдан армянской церкви. И каждый год там происходят дикие драки именно между представителями разных армянских патриархатов. Они считают Эчмиадзин и советскую вот эту вот Армению как бы ненастоящей. Это такая тайна мирового армянства, которая является тайной Полишинеля. Они считают их, и на самом деле она ненастоящая в том смысле, что власть до сих пор в Армении происходила из советского прошлого. И Кочерян был там, он был директором фабрики, по-моему. Но все равно они, как говорят, там наследие Тарпетросяна. А сейчас, как говорится, совершенно новый поворот. И Пашинян, конечно, ставленник мирового армянства, которое, для которого советское армянство, все эти карапетяны, абрамяны и так далее, цулукяны, это какие-то проходимцы непонятные, которые просто сделали деньги на торговле оружием, на торговле там, нефтью, газом там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле объективно, это я вижу и по позиции Макрона, и по позиции Франции, которая заняла непримиримую, безоговорочную позицию поддержки армян в этом конфликте. Готовы идти на чуть ли не на войну с Эрдоганом, оскорбляя президента Алиева, оскорбляя президента Эрдогана, просто совершенно ну, немыслимо оскорбляя, да? То есть сознательно провоцируя, при этом безоговорочно выступая за Армению, вплоть до того, что в Сенате Франции был даже внесен законопроект о признании Карабаха, да, которого уже вот-вот, как говорится, он станет опять частью Азербайджана полностью. Зачем это надо? Ну, в частности, чтобы разорвать связи Армении с АДКБ и связи Армении с Россией. Это тяжелое поражение армянского лобби в России. Это война. Может, Москва это не понимала до конца, но это очевидно, что это так. Потому что последствия этого могут быть следующие, я прогнозирую. Да. Вот Армения полностью теряет Карабах. После этого Пашинян и все мировое армянство обвиняют в этом Россию, которая не исполнила свой долг союзника по АДКБ. А что это за долг такой? Что русские ребята должны воевать за армянские интересы, что ли, в Карабахе, наши солдаты? Воевать с азербайджанцами? Я лично считаю, что если бы так подобная война началась, она была бы просто преступная война. Я был бы против нее... Абсолютно. Она не в интересах русского народа, народов России и других, среди
народов России тюрки занимают, между прочим, огромное число. Это порядка 10, 15, 20 миллионов человек. Это народы тюркского происхождения. Татары, башкиры, казахи, якуты там и многие другие. Крымские татары, да, можно теперь сказать так. Кроме этого, азербайджанцы в России. Поэтому почему Россия должна быть заложником интересов какого-то одного лобби, непонятно. Поэтому Россия не решилась на это. Слава богу, несмотря на усилия армянского лобби, Россия воздерживается от конфронтации с Баку и с Турцией. Хотя многие толкают Россию в эту бездну. Это настоящая бездна. И кстати, Максим, извините, вот многие толкают, международный мир — это другое дело, и в России тоже. То есть мы недавно, допустим, услышали мнение Артема Шонина, журналиста из российского телеканала, который говорит, что поражение Армении в Нагорном Карабахе — это фактически поражение Российской Федерации на Кавказе, в постсоветском пространстве. Вот такие это оценки. Поражение... Ну, Артем неплохой телеведущий, даже, прямо скажем, хороший, судя по рейтингам его программы. Он ветеран Афганистана, но, наверное, он все-таки не аналитик и не стратег. Он мой коллега, и я отношусь с уважением к его мнению. Я Артема очень хорошо знаю лично. Я вас уверяю, что это разумный и порядочный человек, который является просто заложником своих мыслей, своих взглядов. Если Артем посмотрит по-другому на ситуацию, он и по-другому ее может и увидеть. Как раз именно вот в Артеме я уверен, как в человеке, который может поменять свои взгляды, который не является заложником каких-то узкопрофильных интересов, понимаете, какие бы они ни были. Вот, поэтому, да, есть такое мнение, такая точка зрения распространена среди военных. Сам Артем, еще раз говорю, ветеран Афганистана, он очень хорошо контактирует с военными. Но это ошибочная точка зрения. Потому что что такое интересы России? Мы видим, что терпит поражение армянское лобби, которое втягивало Россию в эту авантюрную 30-летнюю бесперспективную политику. А интересы России гораздо выше, чем интересы любой лоббистской группы. Будь то лоббистская группа армянская, или, извините, азербайджанская, или еврейская, там, или какая-либо еще, или газовая, или нефтяная. Россия — родина многих народов. Россия, конечно, сейчас российское государство формируется как некая точка сборки интересов разных мега-лоббистов, транснациональных корпораций, нефтяных, газовых и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь эта структура, она не вечна, это поменяется. И национальные интересы России как государства не совпадают с интересами армянства. Я уверен просто в этом. А вот с интересами армянского народа, безусловно, совпадают. А интересы армянского народа в заключении мирного соглашения с Азербайджаном. Но в нормальных мирных границах. В данный момент, тогда как можно оценить? Вот смотрите, вы тоже оцениваете ситуацию так, как Российская Федерация не собирается и дальше помогать Армении в этой войне. Я так не сказал. Сейчас ситуация обостряется. Ага. Тут и ситуация очень тонкая, она гораздо тоньше, чем так помогать, не помогать. Россия, не имея возможности, потому что втягивание России в Карабахский конфликт прямой военный приведет к разрыву отношений с Азербайджаном, что для России будет просто губительно, поскольку Азербайджан — это партнер надежный, проверенный. Я не знаю, какие бенефиты Россия имеет от Армении, но какая польза от сотрудничества с Азербайджаном, это очевидно. Это и перспективы участия в газовых, на самом деле, возможностях для российских компаний, самых разных. И Астанинская платформа, в которой Турция и Иран, ну и почему она не могла бы быть там в регионе с присоединением к ней Азербайджана, Армении, допустим, при разумных, конечно, политиках в Армении. Поэтому как раз именно конфликт с Азербайджаном — это то, чего российская власть не хочет ни в коей мере. Но она отвечает, смотрите, в Идлибе. В Идлибе наносятся удары по лагерям оппозиции, которые объявлены террористами, значит, в России, несмотря на все договоренности, несмотря на совместное патрулирование российско-турецкое в Идлибской зоне. Вот буквально вчера были удары, значит, по тренировочному лагерю одной из оппозиционных группировок в Сирии. То есть так или иначе внутри России действуют разные лоббистские группы. Я думаю, что в частности армейские, те, кто связан с военными, с войной, с армией,
Они заинтересованы в конфронтации с Турцией, но при этом это очень ловкая конфронтация. Это конфронтация, которая должна избегать прямого военного столкновения. Угу. Потому что я уверен, что серьезные специалисты прекрасно понимают, что российская военная машина не в состоянии сегодня, как и армянская военная машина, противостоит современной, модернизированной, турецкой, да я думаю, даже и азербайджанской армии. Наличие, конечно, превосходства в воздухе, авиационных сил, ракет, ракетного оружия, ядерного оружия, но это оружие другого уровня, стратегическое. Поэтому сейчас идет очень важный момент борьбы за стратегический курс России. Поражение армянства в России, которое втягивало Россию в некую русло армянской политики, не армянского народа, надо правильно понимать, а армянство, оно приведет к тому, что Армения, конечно же, во главе с Пашиняном качнется в объятия Макрона, Франции. Ну дальше, ребята, извините, Франция член НАТО и Турция член НАТО. Кстати, Франция член НАТО ассоциативная, если мне память не изменяет. Она не является членом военной структуры. Они, по-моему, несколько лет тому назад вернулись в военные структуры, но, в принципе, все равно члены НАТО. Да, по крайней мере, ну а дальше, как говорится, что там внутри... В НАТО вступить Армения не сможет никогда, поскольку Турция никогда это не позволит. Для вступления в НАТО необходимо согласие других членов НАТО. Да. Но западный вектор, конечно, продолжится. Конечно, это будет в контексте турецко-французского противостояния, которое набирает ход не по дням, а по часам. Это будет в контексте всей этой глобальной войны, которая уже идет на территории Ливии, на территории Сирии, на территории Карабаха. Вот единственное, как бы лебедь, событие, которого никто не ждал, скажу откровенно, но которое случилось, это гизм самопожертвования и мужество азербайджанских солдат. Точнее так, я-то знал, как азербайджанцы любят свою родину. Никто не ожидал, что азербайджанская армия столь долго укреплявшуюся оборону. Это изменило в центре, в корне многие расклады. Карабахская ситуация, карабахская победа. Да. Скажем так, Азербайджан народа, азербайджанская армия. Максим Леонардович, вот... Но, я думаю, что да. борьба за Армению сейчас только начинается. Здесь выступает такой вопрос, такое мнение. Вот Пашинян руководит своей страной в данный момент и очень каждый день фактически говорят о том, что у него очень слабая власть, он проигрывает и так далее. Несмотря на это, несмотря на то, что почти всем уже понятен исход этой войны, настойчиво продолжается сопротивление, и это приводит к огромным потерям. К сожалению, также с обеих сторон. То есть, и еще Пашинян, руководство Армении, военное руководство, уже слишком часто употребляют, пользуются, вернее, терроризмом конкретно. То есть, обстреливают населенные пункты подряд. Уже два дня подряд Берду обстреляли, там мирные жители, уже больше 25 человек, по последним данным, погибших за последние два дня. Чего добивается армянская власть вот этим своим поведением? На что рассчитывают? Они рассчитывают на ответный удар азербайджанских артиллерийских и ракетных подразделений по территории Армении. На ответный удар по гражданским объектам на территории Армении, для того, чтобы потом развязать как бы мировую кампанию, потому что новый геноцид идет в армянский народ. Но азербайджанская власть, я это слышал из уст президента Алиева, несмотря на то, что, понятно, сердца горят вместе у многих азербайджанцев, воздерживается от этого, не идет на эти провокации. Ответ на террористические действия этих преступников является наступление азербайджанской армии и освобождение своей родины. Я думаю, что этот процесс необходимо довести до конца, в любом случае. Он меняет политические расклады, поверьте, не только в регионе, но и в России. Поэтому я считаю, что поражение этой группировки войны, которая в России поддерживала
частности, экспансионистские цели армянства, это важнейшее событие, которое будет ориентировать, в том числе и российское государство, может переориентировать, наконец-то, на восточный вектор. Нам надо работать и развивать отношения с тюркскими народами, с народами Средней Азии, с народами Малой Азии, а не искать какие-то опоры для того, чтобы изображать из себя псевдоимперию. Я это говорю как русский человек, потому что я полагаю, что именно в отношениях с глобальным большим миром, тюркским миром, исламским миром юга, находящимся к югу от России, на будущее нашей страны. Это очень важный момент. Но преступление, конечно, обстрела гражданских объектов – это преступление. Напомню, Гитлер тоже бомбил Лондон с целью вызвать ответные бомбардировки англичан. Все это привело к катастрофе для Германии, для немецкого народа и для нацистского руководства Германии, которые объявлены были военнопреступниками, каковыми они и являлись по факту. Но с Арменией, может быть, ситуация другая, еще раз говорю. Пашинян, я думаю, что поражение в войне парадоксальным образом укрепляет позиции Пашиняна. Его пребывание в Ереване зависит от внешних партнеров, разрывает его связи с Россией. Это может привести к выходу Армении из АДКБ, к разрыву отношений Армении с Ираном и к тому, что поменяются элиты, которые кормят сегодня Армению. То это были олигархи, которые одной ногой находились в Москве, другой в Ереване, а теперь это могут быть олигархи, которые одной ногой будут находиться в Париже, а другой ногой в Ереване. Максим Леонардович, возникает такой очень простой вопрос, может, у наших зрителей тоже этот вопрос возникнет. В этом случае почему бы Пашиняну просто не подписать документ и вывести армянские войска из оккупированных территорий и с меньшими потерями пойти на этот мир и поражение с его стороны? Нет, он находится в вилке. Он не может пойти на такие моменты. Он не может быть инициатором поражения капитуляции. Он должен в этом поражении кого-то обвинить. Обвинить он в этом поражении может карабахский клан и Москву. Он может сказать, показать пальцем на Кочеряна, допустим, и на Саркисяна. Вот карабахцы, вы делали ставку на Москву, а Москва нас оставила, бросила. Понимаете? Да. Он сам не может. Если он сам инициирует это, то тогда он будет как бы крайним, тем, кто заключил эту капитуляцию. А он хочет, чтобы было военное поражение, он в этом заинтересован уже сейчас. Еще месяц назад он не ожидал, что будет такая ситуация, и его хозяева. Теперь им надо, чтобы обвинить в этом Россию. Все находятся в ситуации Цугцванга, кроме Азербайджана. Азербайджан двигается вперед, и чем быстрее азербайджанская армия освободит Азербайджан, тем меньше будет потерь, в том числе среди армянского населения, среди азербайджанского населения. Я так думаю. В данном случае победоносное завершение войны приведет к уменьшению гибели ни в чем не повинных людей. Поэтому я лично желаю как можно быстрее эту войну завершить Азербайджану, освободить свои земли, чтобы поменьше гибло и азербайджанцев, и армян, и так далее. Как там будет дальше? Это будет уже другая история, которую мы, наверное, еще не раз обсудим с вами. И последний вопрос как раз по духу вашего последнего ответа, последних предложений. Максим Леонардович, многие считают вас, наверное, для вас тоже не секрет, проазербайджанским политологом в России, агитатором азербайджанского мнения в России и так далее. А это отнюдь не легкая судьба, я думаю, в данный момент в Российской Федерации. И плюс... Мы знаем, что у армянства, как вы правильно выразились, есть уже такие организации, которым больше 100 лет, для которых террор, расправа – это как бы не новое дело. Думали бы об этом? Конечно, думал. Я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Прекрасно. Очень много лет знаю разных людей, в том числе среди армян. Сталкивался в своей жизни и с радикалами, которые можно назвать террористами. Это очень опасные люди. Ну, что делать? Такова ситуация, такова политика. В политике ставка больше, чем жизнь зачастую.
Но я не являюсь проазербайджанским экспертом. Я считаю, что прекращение карабахского шантажа моей родины, в частности России, который исходил со стороны армянства, он в интересах и России, и в интересах армянского народа тоже. Когда-нибудь они это поймут. Поэтому чем быстрее Азербайджан добьется статус-кво, международно признанная территория Азербайджана будет восстановлена в границах, тем, на мой взгляд, больше это будет иметь значение для судеб России, для судеб азербайджанского, да и, пожалуй, армянского народа тоже. Поэтому я выступаю как человек, безусловно, левых взглядов, а обладаю марксистским анализом на геополитику, на ситуацию, понимаю, кто является заинтересованными в той или иной политической ситуации, и трезво и ясно смотрю на нее. Я не стою на позиции поддержки какого-либо народа. Я считаю, что народы являются заложниками игр больших, жадных и наглых людей. Но в данном ситуации справедливость на стороне азербайджанского народа, который несет свободу, и армянам тоже. Я надеюсь. Спасибо вам огромное, Максим Леонардович, за интервью, а также за объективность, за справедливость вообще. Мы вам очень благодарны. Спасибо. До свидания. До свидания. Hörmətli tamaşaçılar, Baku TV-nin efirində təkbətəkin bugünkü həm söhbəti Moskvadan Rusiyalı politoloq Maksim Şevçenko idi. Hələlik, eşidilərik.